Так, муж приехал и забыл телефон с собой взять. Это очень ужасно, потому что, значит, мне завтра надо будет к нему ехать. Без телефона муж никак, ему могут в любое время позвонить, если не дозвонятся, ему будет... Угадайте, какое видео сегодня будет? Вы угадали? Покупки! Пожалуйста, не ругайте меня, не бросайте в камни меня, не отписывайтесь с моего канала. Но очередное видео покупка, в этот раз покупки у косметики. Может быть, вы заметили, но я давным-давно косметику не показывала, не покупала, потому что у меня очень много косметики. Лично для меня это очень много. Вот она там, поэтому я смотрю. И я вообще абсолютно ей не пользуюсь. Я просто покупаю, потому что мне это надо. Я хочу, чтобы у меня это было, но... Я практически вообще этим не пользуюсь. Поэтому я решила: Вика, зачем ты тратишь деньги на то, чем ты вообще не пользуешься? Лучше тратить деньги на шмотки, потому что шмотки ты любишь, их одеваешь, и вот все такое вот. Вот. Но сегодня решила пойти на фитнес. Пришлось мужу долго-долго работать, и я очень расстроилась, потому что я очень хотела пойти на фитнес. Я люблю фитнес, я обожаю вот все эти машинки, качать пресс, качать спину, вот... Плечи, руки, жопу, бедра, все, что только можно. Я люблю каждую мышцу мою тренировать. Тем более сейчас я на диете уже как неделю. У меня уже потихонечку появляется талия. Потому что я не знала, что у меня есть талия. Я думала, у меня талии нет. Оказалось, что я такая жирная, что у меня даже жир мою талию скрывал. И теперь у меня красивые женские формы появляются. Потом я очень радовалась еще больше калорий сбросить, но... Не получилось сегодня. Поэтому я решила: Вика, давай я пойду в магазинчик, да, себе немножко что-то куплю, посмотрю косметики. И захожу в магазин DM. И что я смотрю? У нас огромная распродажа Catrice Essence. Там определенные продукции Essence, они стоили 99 центов. И очень много вещей стоило 99 центов. Там и тушь, и там и 5 лаков, и вот карандаши для бровей, карандаши для глаз, и помады, и тени, и вот из всего что-то было на распродаже. Все за 95 центов, да, 95. И Catrice. Catrice все по евро 75. Для меня, честно, Catrice — это такая компания, она мне очень нравится. Она очень качественная, красивая. У них огромный выбор цветов, что в тени, так и в ногтях, в лаках для ногтей. Но для меня Catrice уже на границе, потому что я считаю Catrice немножко дороговато. Я никогда не трачу много денег на косметику, всегда смотрю подешевле, я всегда Essence или P2 пользуюсь. И поэтому Catrice как-то немножко дороговато считается. Если подумать, что один тональник по 7-8 евро стоит, я обычно тональник покупаю за 4, не больше. Поэтому, да... Евро 75 очень классно, но почему-то в DM, в магазине большинство людей ходит, для молодежи, и все, что было на распродаже, ничего уже не было. Все эти места были пустые, все эти ящики. Я опоздала, я очень была злая, я была очень такая грустная, потому что я думала, я обожаю, когда вижу, что дешевое, когда вижу, а, тени за 95 центов, эти тени хорошие, я знаю. Оказалось, что ничего не осталось. Я расстроилась, но Вика не дурочка. Я пошла в магазин Мюллер, там то же самое продают. Но почему-то туда я заметила, люди меньше ходят, чем в DM. И, конечно, в Мюллере я нашла вещи. Так что, да, начнем. Покажу вам. Вообще-то я купила одну маечку в Нью-Йоркере. Я такие маечки не ношу, это вообще не мой стиль, ничего. Но за 3 евро, и она мне как-то очень понравилась. Это такая вот маечка с ананасом, с очками. Это же просто круто. Она здесь снизу у нас шире выходит. Ну, такая вот маечка. Я решила на лето самое то, как-то жарко, шортиками. Зимочка, просто классно. Так, из P2 Essence. Я купила такие щипчики за 95 центов. Я уже давным-давно искала, хотела такие вот длинненькие именно. И такой дизайн прикольненький. Двое теней. Купила тени просто классные. Одни тени у меня номер 50. Называются они... Тени 50, номер 50. Вы что, видите, не видите? Номер 50. Такой вот прикольный, красивый у нас цвет.
как раз то, что я ношу, обожаю. Вот, видите, очень красиво. Думаю, очень красиво будет смотреться. Очень рада. С 95 центов. Это просто га. И другие тени, они у нас из серии Color and Shine. Номер 13, Jungle Fever. И я их увидела, и они мне нужны были. Они настолько крутые. Посмотрите на их дизайн. А, это просто так красиво смотрится. И цвет. Цвет классный выходит. Такой вот красивый цвет у нас выходит. Ну вот просто посмотрите, что за красота. Классные тени, 95 центов. Купила от P2 одну помадку. Это у нас номер 20. Такой вот цвет у нас. И что мне нравится, смотрите, P2 здесь. Очень прикольная, красивая помадка. Мне очень нравится цвет такой вот. Красивый. За не больше 2 евро. Потом Catrice. Я купила себе одни тени, но они не были на распродаже. Я просто уже давным-давно их хотела. И каждый раз я думала, нет, они дорогие. Но сейчас я не удержалась, их купила. Это Long Lasting Eyeshadow, эти кремовые. И цвет у меня номер 60, Jennifer's Gold Rush. И мне просто очень понравился этот красивый зеленый цвет. Я не знаю, как вам показать. У меня теперь ногти длинные. Так, подождите. Это очень красивый цвет, и они серьезно долго держатся, потому что когда я их последний раз наносила на руку, такой вот красивенький цвет, такой, видите, оливковый, золотистый, я очень люблю такие вот золотисто-оливковые цвета. Когда я его последний раз нанесла на руку, я его пробовала, и я серьезно весь день ходила, я его не могла убрать. Он держится и держится и держится. Так, потом на распродаже за евро 75 я купила такую вот базу под тени. Моя уже кончается, и я хотела что-то другое попробовать. Что мне нравится, с таким-то аппликатором она очень легко вытаскивается, очень легко наносится. И написано, что здесь у нас, типа, для интенсивных цветов, и чтобы тени долго держались. Посмотрим, какие они делают интенсивный цвет. Потом взяла одну палетку, она мне очень понравилась. В магазине DM ее не было, и в Мюллере было. За евро 75, я повторяюсь. Такая вот палетка, 4 тени у нас. Это у нас номер 30, OMG, I want that. Мне очень понравились цвета. Это именно то, что я могу представить себе носить, потому что другая палетка, там были какие-то розовые, кажется, или что-то там синее. Ну, не знаю, такие цвета, которые я не ношу. Мне очень понравился вот такой вот красивый. Это у нас такой вот оливковый, белый, как хайлайтер. Ну, золотистый такой. Такой черный красивый с блестками. Такой коричненький. Я очень могу представить, сделать когда-нибудь красивый мейкап с этими тенями. Очень они красивые. Опять, очень компактно, удобно. Не надо ничего искать, все сразу есть. И я очень обожаю упаковки Catrice. Они такие очень простые, на самом деле, но в другое время... просты, но красивые. И потом я себе купила румяна. Мои темные румяна уже кончаются. Такие вот, которые у меня коричневатые. Я долго искала какие-то румяна, но почему-то все румяна, они... мне цвет не нравился. И эти румяна от Catrice я тоже приглядывалась долгое время. И я увидела, что они на распродаже. Конечно же, я их взяла. Это Multicolor Blush номер 40. Это такие вот у нас тени. Видите, здесь разные слои, как... какой-то хайлайтер, и очень красиво, я вам... О, слишком много взяла. Я немножко много взяла, но такой вот красивый цвет. Мне очень понравился. И можно это все отдельно использовать, да, как бы хайлайтер брать отдельно. И последнее, купила 2 шампуня. Я свои волосы ужасно сломала, вы все это знаете, я их испортила, они у меня все солома. Я их по 1000 раз перекрасывала, каждый день другой цвет. Шампуни тоже все на распродаже, они оба стоили евро 99, я их взяла. Один от Pantene Pruvi, уже давным-давно мы хотели попробовать, у меня еще ничего от Pantene Pruvi я не пробовала. Это у нас Repair and Care шампунь, то есть для сломанных волос, как моих. Посмотрим, поможет, не поможет.
еще не пользовалась. И другое, у меня масло есть, если это зелье, я вам показывала, фавориты июля. Такое вот масло от... Нет, это не тот, а Шварцкопф у меня, извините. Но это у нас шампунь Hair Repair. Здесь у нас какие-то 7 разных масел есть, которые защищают волосы, дают им, не знаю, увлажняют их. И здесь какие-то частички, которые восстанавливают наши волосы. То есть если они сломаны, они как-то их восстанавливают. Не знаю, в это не верить или можно, но я решила тоже попробовать за 2 евро. Ничего, так и очень смотрится прикольненько. Так, как будто оно должно помочь. Это все. Я надеюсь, вам уже не досталось. Что-то у меня такое ощущение, что я так часто видео начала снимать. Хотя, наверное, я даже часто не снимаю, но у меня такой личный такой вот у меня ощущение. Да, так что огромное спасибо вам за ваше внимание, что вы потратили почти 12 минут на мое видео. Надеюсь, может быть, вы что-то для себя увидели и хотите тоже попробовать. Буду очень рада, если вы мне напишите, если у вас тоже из этих продуктов что-то есть, и как вам они нравятся, или если вы тоже чего-то собираетесь купить. Да, так что... Пока! Пока!